В декабре стартовал первый этап профилактического мероприятия «Горка», призванного уберечь детей от трагедий на дорогах по причине скатывания на проезжую часть со снежных валов, скатов и наледей. 26 ноября в селе Ромашево Алапаевского района трое ребят пошли кататься на снегокате. Выйдя из дома на проезжую часть, они сели на снегокат втроем и поехали прямо по спуску проезжей части в сторону перекрестка. Одновременно к этому перекрестку с другой стороны приближался легковой автомобиль. Водитель заметил, что справа по склону дороги движется снегокат с детьми. Мужчина вывернул руль автомобиля влево, чтобы избежать наезда. Но даже выезд на встречную полосу не смог предотвратить наезда на детей. В результате происшествия пострадал 7-летний ребенок. Он получил серьезную травму в виде перелома бедра. 12-летний и 5-летний ребенок отделались испугом. Чтобы подобные ситуации не происходили в Асбесте, в рамках повседневного надзора за состоянием улично-дорожной сети сотрудники госавтоинспекции уже проводят работу по выявлению и ликвидации стихийных горок на территории Асбеста и прилегающих поселков. Еженедельно инспекторы ГИБДД вместе со своими юными помощниками, юидовцами и педагогами будут выходить на улицы города и ликвидировать эти опасные места. Наряду с этим сотрудники госавтоинспекции совместно с педагогами и отрядами юных инспекторов движения проводят разъяснительную работу с родителями, напоминая взрослым, что именно они могут и должны создавать территорию для игр детей, а для этого нужны безопасные горки подальше от проезжей части. Предлагаем и горожанам поучаствовать в операции «Горка», сообщайте об опасных участках по телефонам 02 или 20402. Профилактическое мероприятие продлится до 1 марта 2018 года.